Первый тайм мы провалили. Это разница в 4 мяча, к сожалению. Мы не догнали, даже до ничьи, к сожалению, не дошли. Ну, основные ошибки по первому тайму. Все-таки, хотя и говорилось, должен. Когда линии, должен быть высокий выход, потому что соперник чехи очень хорошо обыгрывает в один в один. И очень дисциплинированно сыграл, особенно первый тайм чехи. Долгий период времени в атаке держали мяч в нападении, поэтому где-то игроки, может, расслабились. Но то, что один в один такое количество и раз, нельзя проигрывать. Раз. И второе, конечно, в таких играх очень важно забивать по первому тайму один в один. Те моменты, к которым мы где-то приближались, к сожалению, не догнали. По ходу игры, вы видите, все-таки два мяча проиграли. Значит, нам надо было все-таки первый тайм не разницу в 4 мяча сыграть, а поменьше, и мы все-таки догнали. Ну, к сожалению, вот так. Мы проигрывали по ходу игры 4 и 5 мячей, поэтому все-таки по тактике надо было успеть как можно быстрее в нападении забить, а в защите нужно было отстаивать. Ну, вот так вот. Там забили, а все равно в защите. И вроде Максим Юник неплохо вошел в игру, но все равно, видите, те моменты, которые они предоставили, они все равно забивали разницу. Только догоним, видите, они сразу забивали и, ну, и держали эту разницу в счете. Чого можна чекати повторної гри? Яким буде цей час між іграми, що запланував для нашої збірної? Як нам потрібно там? Во-первых, я думаю, що у них, як обычно, ті ігри, які ми просматривали, один состав грає, по крайней мере, половина игроков играет на выезде, а основные игроки, которые дома играют, добавляются, усиляют состав. Ну, видно, по пандемии игроки клубов поздно отпускают, поэтому так, и Украина на данный период в красной зоне, поэтому где-то побаивается заболеть коронавирусом. Склад Чехии может стать сильнейшим? Да, те игры, которые Фарерскими островами они дома играли, и с Россией, которые они дома играли, совсем другой состав домашний у них усиливается. Этот Кашпарик, и Бабок в центре, который играет, и вратарь основной, первый номер. Поэтому я думаю, что они дома добавятся. А нам, напевно, немає кому особливо посилювати, не потрібно посилювати. Нам треба усилювати, безусловно, ігру, треба їхати, сражатися, і щоб боротися за путівку, це однозначно. Може, вони десь розслабляться, так як у них вже 3 очка, тому, може, на цьому моменті, безусловно, піймаємо, але той факт цікавий, що все-таки на виїзді, безусловно, ще складніше буде грати, ніж вдома.